Маслов и сбрасывает шайбу в угол площадки. А вот здесь, ну, Речет не замах, бросок. Ах! О, такая крейсерская хорошая скорость. Ушел от одного, от второго. Уже аплодисменты. Пас Лагути на противоходе. Маслов. А сил-то хватает у Романа Кукина. Обыграл. Лезет гол! И твоим вторым я. И всех толкать на измену. И предлагать снова яд. Затем застенчиво щупать мой слабый пульс на руке. Без шуток, Нуреченко сейчас по правому флангу. Будем бросать сам. Гол! Павел Нуреченский! Еще один момент. Ложит. Павел Кирилл подвигается на силовой прием, но с ним все в порядке. Там Вятского перед собой. Еще один момент. И все-таки шайба ворота. Ты ранишь словом, как ядом, ты убиваешь строкой. Ты добиваешь снарядом и беспощадной рукой. Ты проклянешь мой корабль, и шторм порвет паруса. Подбор, попытка бросить, опасно. Гол, 2-2. А впереди одни лишь скалы, мы здесь сядем на мель. И камни хищно ждут, оскали сюда, ребята, скорей. Мы растерзаем ваши сейчас Дубаки, уже лёг. И в мировом океане познаете глубину. Ваш момент, Дубаки. Итак, у нас контратака. Опасный момент. Один из ключевых бросок. Цель! Илья Дубаки. Вслед тебе несу проклятие. Круглый замыкай. Вошел в зону. Бросок Дубаки тащит, вы понимаете. А вот сейчас интересно. Кукин. Заход зоны. Остановите партнеру. Бросок на добивание. Где шайба в воротах? Роман Кукин! 3-2! Блин, ударная позиция, замах в гол! 3-3! Опять выйти шайбу зоны, теряет ее! 3-1 ситуация! Бросок Дубакин! Выручает! Очень слабо разница Грома. Пауза, оставление бросок Дубаки. В основное время, может быть, не зря. Сейчас поспешная передача. Момент, пауза, бросок. Маслов, сейв. Ну что же, десерт. Из лучших игроков этого матча, безусловно, составим Кокабрянск против одного из лучших игроков, наверное, это дух матча в серии, Ильи Дубакина. Кто первый? Все-таки гол. Сейчас МКК Липецк. Роман Кукин. Также, наверное, да. Даже не наверное, а точно. Один из лучших игроков этого матча. Против Никиты Маслова. Гол! Алексей Пырин у нас. Как автор. Третий. Заброшенная шайба в ворота МКК Липецк в этом матче. Пробует сейчас реализовать себя и в серии послематчевых бросков. Перекладина! Павел Двуреченский начинает разгон. Вторая попытка в исполнении Липецка. И все-таки нет, для меня лично Илья Ревунов, безусловно, также очень хорошо провел эту встречу. Но вот защитник против Ильи Дубакина. Удачное решение, как оказалось. 2-1. Брянск. Ну и что, момент истины. Геннадий Мещеряков против Никиты Маслова. Капитан МКК Липецк начинает разгон. Хватает шайбу. И стремительно приближается к воротам соперника. Финт, бросок. Никита Маслов закрывает эту встречу великолепным сейвом Блином. Победа Брянска в серии после матча бросков 4-3.